стенах администрации города состоялся семинар по проектной деятельности в рамках проведения конкурса социально значимых проектов «Добро начинается с тебя». Сегодня мы организовали такую площадку для молодежи, где бы они могли задать вопросы, интересующие их по написанию проектов. В нашем городе есть много активной молодежи, которая не всегда может реализовать свои проекты лишь по причине отсутствия теоретических знаний в данном вопросе. Эксперты разъяснили эти нюансы и рассказали, что нужно учитывать в процессе работы над проектом. Во-первых, не терять оптимизма при первых неудачах, потому что любая реализация проекта – это не только победы, вот, до побед еще надо дойти, и это и первые сложности. И чтобы руки после первых сложностей не опускались, потому что не совершает ошибок тот, кто ничего не делает. Проектный менеджмент применим во всех сферах жизни, поэтому полученные знания, надеемся, будут полезными для ребят. Я считаю, что эти идеи должны быть реализованы, так как это поможет нашему городу. Навыки проектной деятельности необходимы каждому, поэтому ребята с удовольствием посещают такие мероприятия и узнают что-то новое, чтобы внести свой вклад в развитие города и республики. Ведь будущее в руках молодежи. Анна Соломатина, Дмитрий Озорнин, 6 ТВ.